Число 13-е было на неделе. Субботний день был выходной. Вовсю весна. Вдруг снегопад пошел, а именно в апреле. Похоже, возвращалась снова к нам зима. Большие хлопья налипающего снега, и прям как будто выпал самый первый снег, как будто осень, и летят снежинки с неба. Хотя весна, но еще виден зимний след. В окно смотрел, как хлопья снежные кружатся, ветви деревьев в бархатистом все снегу. Красиво как! И в это время так ужасно! Мне наворачивало на душу тоску. Месяц апрель, должно быть, кое-кто на даче. Сегодня выходной, нечетное число. Хотя холодный день, весна, а как иначе? Вот так с погодой в этот день не повезло. А крупные снежинки в мелочь превратились. Посыпал после очень слишком мелкий снег. Потом снежинки очень быстро растворились. Но снегопад апрельский, он оставил след. Я представляю, что творится на дорогах. Резину летнюю надели все уже. Может, и зимняя есть только у немногих. А так аварий практически вполне. И в этот день из дома никуда не вышел. Сегодня выходной, я дома отдохну. Поглядывал в окошко и невнятно слышал, как ворковали голубочки под весну. Но вот и все, снег абсолютно снова таял. Опять внезапная капель, опять тепло. День выходной апрельский почему-то плакал. От снегопада, от погоды, от всего. Здоровья пожелаю всем в апрельский вечер. Сегодня понедельник, трудный самый день. Над первомайским лесом кружит хищный кречет. Вчерашний снегопад растаял словно тень. Очередной шедевр спонтанно сочинил. Как получилось, это вам судить, друзья. Но все моменты выходных я уловил. И что не так, друзья? Простите вы меня.